Ну іди сюди, іди. А цей, дивіться. Дивіться на цьому. Так, да, красавчики. Ну іди, я тебе кину на льот. Поднимаш, хрустит это. Плюхнулся. Не знаешь, тут треба не в розсипну, тут треба кучкою покласти. Куда то, где тут покласти? Дяти? Да, они такие тушки, что проломят лед. Ні, то що проломлять, нехай. Ой, боже, тут сама завалиться, не знаю. Я зроблю тут місце, і тут вам нароблю кучок. Хлібом, ну, хлібом можна, але не перекормлювати. Вони щипають друг друга. А то, що щипає, то таке. Лебідь, він агресивна птах, агресивний птах, до речі. Зернятка бувайте. Качачі. І бувайте. Смотри, какой вкусненький. Йому маленький бувончик. Боже, я їх так люблю, що ужас один. Да, це молодята, так? Що ось ці от сірі, такі біжеві, вони це молоді. Вот эти, которые не белые, да, бежевые? Да. Ага. Это молодые. То есть, чем больше белого, тем они старее? Ну, старее, взрослее, будем так говорить. Ну да, да. Да, это уже такие матерые. Вот эти вот с такими крыльями, это уже, ну, вообще не лебеди, а сказка. А что это ты так лег? Ты что, дурачок, что ли? А ну вставай. Не раз, что ты лежишь. Ты что? Ребенок, а ну вставай. Я вот тебе... Что такое? Так за тут туш. О. Так. Не меня, а их. Да, конечно. На. Смотри, как хорошо. Дядя, идите сюда на берег. Да не трогай я тебя. Это так каждую зиму сюда прилетает или нет? Да. И в дня три назад их здесь было 25 штук. 25 стада было. Это было что-то невероятное. Тут народ вообще, ага. Я 13 только насчитал. 25 было. Круто. Круто. О. Пошёл. Вышел один, ест уже теперь оптом. Так просто тушку держать не надо. Тушка-то большая. Да, и этот лёг. Давай, ути. О. Вишель. И кушай свои звёздочки, и маленькие. Я хочу, что я хлеб. Все равно
А їм от грушки кусочок, якщо дати, вони з'їдять його, так? Зараз. Ого-го. Ого. Шипить на мене. Будеш шипеть? Ні. Ну, телефон теж плохо тут, якщо візьмеш. Думаєш, оце з'їдобне. Видно, що малий ще дурний такий. Друг, вон грушка, я тебе отдал часть. Стая белых лебедей возвращалась домой. Парам-парам-пам. Та-д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 а
Щипящий. Это у него боевая стойка так эти крылья подняты когда? Они нападают на людей или нет? Я думаю, не нападает ни одно животное, если человек не делает резких движений. Угу. Ни одно животное не нападает. Ну, уж лебедь тем более. Но они, птица считается агрессивная. Добрый день. Ага, ого. Да, какой-то этот очень агрессивный. Не может повлечь кольцко. Кущай, кущай, дорогой, кущай. О, игрушки нету же. Не успели пролететь, можно. Что? Не успели пролететь, они лишились такого. Нет, нет, это не перелетная птица. Нет. Нет. Щипает, они там пофиг. Лёса бьют, и потом снова водят в одном месте. Ага. А когда прилетает, то что-то не кормят. Топнуло. Вы больше кидайте уточкам. Лебедей нельзя кормить сильно хлебом. А уточки... Я надеюсь, вы не собираетесь их поймать? Не, не дай бог. Смотрите, я здесь бываю каждый день, они под защитой. Знаешь, живут в том. Общество. Да, только спасать можно. Я кусаю. Да, вообще. Кусайте, засранец. Хороший пример жадности, да? Еды куча, а родичам жалко дать. Может, тот мальчик, что кусается. Это самый здоровый этот чувачок. Самый здоровый, кто-то не требует.
треба ходити. Ну, падаю. О. Да. Хотя, если они плавают в такой воде, их, может, лапки у них не мерзнут. Ого. Нельзя, 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 нельзя. Ты что? Одурели? Уточкам кидайте, не кидайте много голубям, этим лебедям, не надо. Это происходило. Тоже есть котят. Да-да-да, пускай. Где тянет? На-на-на. Ого, вообще его там за шею хватает. А ну, брысь! Ты что его дерешь? А ну? А ну, где? Ты дурачок, что ли? Какой хочешь, когда тебе? Маленький, то маленький он тебе, да? Он твою тоненькую шею. Он и все кусается. Маленький. И вот это тоже кусается. Ну, ты же маленький, ты же ваши дети, вы засранцы. Да? Я ошибаюсь. Ох, какие. Рядом с добром всегда зло происходит. Не хочется верить, но средь бела дня, думаю, никто не рискнет. Вот здесь люди разорвут, если что. Что такое дело? Лучше, конечно, их не приучать. Потому что это плохо. Вот, поешь зернышек маленький, поешь. Обратно дерево. Я не могу.